В Беларуси вновь подорожало топливо. Что снова запретили возить в Беларуси? Какие пароли взламывают чаще всего? Я заберу вас всего одну минуту, расскажу три сильные новости. Это рубрика «Короче». Поехали. В Беларуси уже 10-й раз в этом году дорожает автомобильное топливо. И вновь на 2 копейки. Теперь за литр 98-го бензина вам придется отдать 2 рубля 52 копейки. В последний раз топливо дорожало 26 апреля. В Беларуси продлили запрет на ввоз продукции Шкода, Байерсдорф и Ликви Моли. Об этом говорится в постановлении Совмина. В документе указано, что продукцию этих компаний нельзя будет возить минимум до 4 ноября 2022. Запрет продляют уже в третий раз. Исследователи назвали пароли, которые взламывают чаще всего. Всего было проанализировано 290 миллионов паролей по всему миру. Как же выглядит топ? Это 1, 2, 3, 4, 5, password, 1, 2, 3, 4, ну а пресловутый QWERTY на пятом месте.